Евровидение для всех. В Евросоюзе намерены поставить Киев на место. Вещательно в Союзе Старого Света, а это главный организатор песенного конкурса, вступились за российских артистов, которых на Украине не велено пускать на Евровидение 2017 года. Речь идет о черном списке. Его составили в Киеве. И в этот список входят больше 80 человек. Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Стас Пьеха, Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, актеры Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Жерар Депардье. И можно продолжать.